Надо записать в журнал эти витамины. О, похоже, мне нужно кое-что еще. Применим тактику ниндзя. Как вам мои витамины? Шучу, это кое-что повкуснее. Я расплавила пригоршню мармеладок и залила смесь в упаковку от таблеток. Главное, ничего не пролить. А затем я наклеила сзади кусок фольги. Отлично, выглядит совсем как таблетки. Так, опять вспомним искусство ниндзя. Готово, ниндзя исчезает. Вот так. Все правильно? Кажется, да. Привет, у меня для тебя кое-что есть. Что? Опять витамины? Ну-ну, такое отношение никуда не годится. Держи, прими это. На вкус будет очень противно. Вкус тут не важен. Это нужно пить для здоровья. Ну ладно. О, да чего вкусно. А можно мне еще витаминчиков? Окей, приятно, что ты так сильно хочешь поправиться. Еще как хочу. Здравствуйте, можно навестить пациента? О, кажется, вам тоже досталось. Я вам искренне сочувствую. Спасибо. Да, сейчас мне нелегко. А все потому, что я забыла выключить электроплиту. Теперь мне приходится ходить в бинтах, пока все не заживет. И ожоги до сих пор болят. Что ж, проходите. Всего доброго. Эй, сейчас я тебя порадую. Что с тобой стряслось? Нравится? А если я еще и потанцую? Нет, это уже слишком. Ну ладно, я здесь ради тебя. Достаем ножницы. Чик-чик. И... вуаля! Конфеты на любой вкус. Ты просто супер. Еще бы, я знала, что ты не можешь без сладкого. Налетай. Отлично, ты настоящий друг. Я взяла с собой всю газировку. Стоп, с напитками нельзя? О, нет, но я не хочу отдавать мои напитки. Эй, а что делает этот медбрат? Ого, какой у него огромный шприц. Стоп, шприц, моя газировка, пустой шприц. О, божечки, ну, конечно, вот и решение. Ну же, магия единорога, не подведи меня. Мне нужен тот шприц. Попит? Да я совсем не ради этого старалась. Надо просто сконцентрироваться на роге. Нет, это тоже не то. Я даже не знаю, для чего эта штука. Надо посильнее вращать рогом. Что делает та девчонка? Ого, как она старается. Окей, теперь должно получиться. Опа! Да, он наконец-то у меня. Шприц мой. Итак, переходим ко второй стадии. Пора наполнить шприц газировкой. Вау, он легко втягивает много жидкости. Да, посмотрите на эту колу. Оу, я только что придумала, как улучшить свой план. Итак, я надела халат врача. Еще мне понадобится шапочка. Рог мешается. Что ж, думаю, и так сойдет. Напитки со мной, я готова. Привет, я тут просто делаю обход. Она тебе тоже показалась странной? Фух, у меня получилось пройти. Что? Снова лекарство? Эй, это же я, не пугайся. Смотри, я принесла вкусняшки, зацени. Как вкусно. Я принесла много разных на выбор. Вау, как здорово, ты просто гений. А, это то, что мне было нужно. Какая вкусная шоколадка. Так, тебе пора на прием. Врач уже ждет. О, нет, я еще не доела свои конфеты. О, кажется, мне придется это оставить. Не волнуйся, все будет в порядке. Но я буду так скучать по своим шоколадкам. Ладно, думаю, я лучше пойду. О, какая она грустная. Мне так ее жалко. Вот бы я мог как-то ей помочь. Секундочку, мои сережки. Это как раз то, что нужно. Эй, подожди. Тебе нужны сережки?
Возьмем большую сережку-кольцо и мармеладных мишек. Нанижем их на кольцо. Вот так. Получилась пара сладких сережек. Погоди, сейчас я подойду. Окей, тебе надо надеть эти сережки. Да ладно! Это мармеладки! Фантастика! Ты самый лучший друг на свете! Тебе пора на прием. Все будет хорошо, удачи! Ну же, поторопись! Дай-ка я на тебя посмотрю. Стоп! Эти сережки такие классные! Можно я посмотрю поближе? Но я же вроде как опаздываю, верно? О, ты права. Да, проходи. Ура! У меня получилось! Теперь можно доесть конфетки. Люблю мармеладки не меньше шоколада. Обожаю сладости! Итак, конфетки распакованы. Кажется, столько будет в самый раз. Нет, с этим внутрь нельзя. Нет, мои сладкие конфетки. Вот именно, твоим конфеткам там не место. Ну вот, все конфеты растаяли и растеклись. Секундочку, может, эта заколка мне поможет? Да, думаю, у меня точно все получится. Раздавлю конфеты. Теперь разрежу их линейкой. Два надреза в двух направлениях. Теперь возьму один уголочек и сложу остальные друг на друга. Вот так, вышла целая стопка. Теперь завернем. Отлично, снова возьмем линейку. Разрежем посерединке. Супер! Теперь прикрепим один из кусочков к заколке. Похоже на цветочек. Немного расправим лепестки. Готово! Как мило! Пора приколоть ее к волосам. Вот так! Получилось идеально! Итак, самое время попробовать вернуться на вечеринку. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ничего, ничего. Стой! А что это у тебя на голове? Просто милые заколочки. Можешь проходить. Ура! У меня получилось! Время перекусить! Какая вкуснотища! А остальное оставлю на попозже. Постойте! У вас с собой есть какая-то еда? О, она так сильно опаздывает! Ну где же она? Сюрприз! Я здесь! С днем рождения! Ура! Давай пойдем! Вы серьезно? Табличек не видели? С тортом вам внутрь ни в коем случае нельзя. Что? Ну так нечестно. Погоди, пойдем со мной. Смотрите, я превратила торт в шляпу. Ого, как симпатично получилось. Это будет супер классно. Пойдем. Снова вы? Опять пытаетесь пройти с едой? Дайте-ка я на вас посмотрю. О, мне нравится твоя шляпка. Мило. Ладно, все в порядке, проходите. Да, сработало. Пойдем веселиться. Юхух! День рождения прямо в клубе. Ну что, попробуем тортик? Ням! Какая вкуснятина! Хочешь кусочек? Конечно, с удовольствием. Ммм, и правда вкуснотища. Классная вечеринка в честь дня рождения получилась. А скоро обед. Живот так сильно урчит. Что это там? Кусочек сыра? Или просто мираж? Вроде настоящий. Убери свои лапы от моего сыра. Я первым его нашла. О, дурацкая крыса. Неужели обед раздают? Эй, заключенная! Я уж думала, вы не придете. Что сегодня дают? Овсянку, как и всегда. Положу тебе побольше. Да что угодно сгодится. Что? Таракан! Это плохой знак. Приятного аппетита, двойной белок. Да шучу я. Это чудо какое-то. Можно мне немного, пожалуйста?
Сейчас сделаем. Отмена операции. Отмена. Опять овсянка. Как вы догадались? Повара обидеть может каждый. Возвращаемся к делу. Спасибо огромное. Привет, моя сладость. Просто божественно. До завтра. Чем я такое заслужила?